Громкая конфискация. Малиновский суд принял первое в Украине решение об изъятии морского судна. Речь идет о танзанийском грузовом корабле «Sky Moon». Капитан судна нарушил таможенные правила. По информации прокуратуры, в прошлом году это судно 8 раз незаконно побывало в Керчи, Феодосии и Севастополе. Оттуда в обход украинского законодательства корабль доставлял в Турцию, Молдову металлолом, кальцинированную техническую соду, а также семена льда. На Дунае после возвращения из Севастопольского порта его задержали одесские пограничники. Суд постановил конфисковать с корабля товар стоимостью более 18 миллионов гривен. Это, к слову, крупнейшая в истории Украины партия продукции, которую изъяли за нарушение таможенных правил. Кроме конфискации, Sky Moon приняли решение судить и капитана, и, возможно, организатора незаконного рейса.